Хоть знаю, что придет в голову этим пчелам. Сегодня у нас би-пати челлендж. Это би по-английски у нас пчела. Вот такой у нас будет пчелиный челлендж вместе с Алиской. Ага. Кто выиграет? Как думаете, напишите в комментариях, пока мы не начали. Давай открывать. Давай. Что у нас тут есть? У нас тут есть инструкция. Небольшая. Есть такие вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, друзья. Еще есть вот такая тарелочка, можно покушать. А вот это что? Палочки есть еще. Так, смотрите, все, коробка пустая. И вот такие вот. А это что? Это пчелки? Да. И кубик с разными цветами. Красота. Давай собирать вот эту конструкцию. А я пока открою пчелок и кубик. У нас получилась вот такая вот конструкция. Какая-то труба, не труба. Сначала общем, надо штука. Погрузить туда пчел. Ты думаешь? Мне кажется. Тут вообще инструкция-то есть, но она вся на непонятном языке. На языке абракадабры. Ну да, похоже. Сюда надо кинуть пчел. Их надо повесить. Смотри, видишь вот эти вот дырочки? И вот так вешаем их за уси какие-то. Да? Да. Мне кажется, так. А тут нарисовано, что надо туда палочки засунуть. Вот так вот как-то. Ну, значит, надо... Ага, и на палочки... Нет. Все, я поняла. Так. Держи палки. Можно я буду тебе давать по цветам? Ты можешь даже засовывать. Смотри. Вот, вот так вот в разнобой. Как, то есть от дырочки до дырочки? Ну, да. Который так трудно готовится. Я тоже. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получилась ежиха. Ежиха, смотри, колючая. Что, реально? Да. Да, колючая. Так, теперь мы берем вот этих вот пчел. И закидываем. И аккуратно их, получается, наверх, да, забрасываем. Ой. Ой, там уже что-то ой. Сыпется. Но оно в этом-то и фишка. И да. Вот еще три. Давай. Итак, давай на камень, ножницы, бумага. Сейчас мы сделаем на камень, ножницы, бумага. Главное объяснить сначала правила игры зрителям. Итак, правила игры. У нас мы есть кидаем кубик. Башня. Подожди, у нас есть башня. В ней пчелы. То есть задача игрока кинуть кубик, то есть тут у нас на кубике... Вот он кубик. Да, у нас на кубике разные цвета. Я это уже рассказывала, это какие. Это по идее цвета вот этих палочек. Да. То есть какая попадется на кубике раскраска, такого цвета мы должны вытащить палочку. Мы должны сделать это так, чтобы пчелы не упали наверх. Да, не упали. Вот, у кого пчел упадет больше, тот проиграл. Да. Ну все, давай теперь на камень, ножницы, бумага и начинаем эту чудо-игру. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я выиграла. Ура! Так, ну что, я бросаю кубик. Да. Да? Или я выиграла, ты бросаешь кубик? Ладно, я бросаю кубик. Так, и... Красную. Не, ну пока это достаточно просто, мне кажется. Можно вытащить, например, вот отсюда. Так, теперь я. Есть? Давай. Зеленая. У Алисы зеленый. Зеленый. Очень просто. У кого же упадет пчел?
Зеленая. Опять. У мамы зеленый цвет. Так. Ну что, давай ходить по острию ножа? Ну, если хочешь. Ну, так интересно. А-а-а! Повисла! Повисла! Она висит, у меня зеленая, не упала. Все, поехали дальше. Кидаем кубик. Ага. Красный. Красный. Давай. Я рискну здесь. Она на ней висит, по-моему, нет? Она, нет, она такой висит. Ну, давай. Есть, молодец, Алис. Как раз синий. Так, ну интереснее вот отсюда откуда-нибудь доставать, да? Да. Есть, синий. Пчелы пока все сидят наверху. Но они на вот этих грязи. Красный. Давай. Ты понимаешь, что мы сейчас снизу все достанем, когда начнем вот тут доставать, они все полетят, и у них, собственно, не будет там никакой преграды. Так. Мамы синий. Синий. Теперь у меня красный, зеленый, красный. А я вот отсюда, сверху. Опачки! Есть. Опачки. Я попробую тоже что-нибудь. Синий. Так, Алиса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай. Нет, синий, тяни. Ладно, ладно. О-о-о, и у тебя пчела повисла. К синий. Нам на синий. Слушай, ну мне вот эту надо вытащить. Все на красный идет. Они висят. Они не падают ниже. Синяя у меня и пчелы пока все вот там вот болтают. Так, ты так не тряси. Синий. Синий. Давай. Но все на синий идет. Синих скоро не останется. Что будем делать? Вставлять обратно? Вот эту. Давай. Ну, это легко. Я уже есть. Два синих, два красных. Наш ежик теряет иголку. Опять синий. Что ты будешь делать? Только с разных сторон. Есть? Ну, плохо это с тобой. Я тебе покажу. Когда мама там придет, а папа здесь не зеленый. Нет, да, зеленый. Синий. Здесь всего две синих палочки. Выбирай. Или это. Да, такой большой выбор. Либо эту, либо эту. Да, вот. Тащи. Опа! Чуть красная не вылетела. Есть такое дело. Мамина очередь. Зеленый. И мам, ты рулишь. Вот эту вот хочу. Красный, давай. Я верю на слово. Давай, красный. Тащи. Стоп. Давай, давай. Ты какую выбрала, такую тащишь. Ничего страшного. О. Она там, видишь, застряла уже ниже. Пчелка ниже. Ниже пчелка. Это пчелка Майя. Пчелка Майя. Зеленый. Тебе на зеленый везет. А мне сильно красный. И сейчас смотри, как полетят. Нет, не полетели. Обалдеть. Смотрите уже, сколько у нас тут вот этих палочек. Красные опять. Алиса, это было сейчас опасно. Что? Ты потрусила стол, и она вон повисла на своих... Да, на своих усиках. И почти на красную опять. Давай красную. Я отсюда, наверное, потяну. Давай. Опа! А-а-а! У нас вывалилась зеленая. Что в таких случаях делают? Не знаю. Засовывают обратно. Ага. Ага. Так. И красный. Ну что? У мамы вывалилась еще одна красная и три пчелы. Привет! Жаль, что мы не пошли в поход. Пойдем на следующей неделе. У Алисы есть шанс опередить маму. Зеленый. Зеленый. Так, тащи. Выбирай все красивые. Их уже так мало осталось, что в принципе любая может... Ну ты какая хитрая. Угу. Значит, у мамы уже три пчелки, она тут без потерь достает.
Красная. Я спец в этом деле. Красная. Я в школе аккуратно очень пишу. Ну, я вам хочу сказать, что в принципе красные у нас обе снизу. А ты зря это сделала. Они просто улетят. Ну, сейчас твоя очередь, так что если улетят, то у тебя. Зеленый. Тебе больше везет. Зеленый целых 4 палочки. Ага. Зато они возле пчел все. Одна на одной висит, другая. Так они уже все, да, возле пчел. Давай. У меня уже 3 есть. У них уже тусовка. Опа! Посмотрите, какая. Так. Я думала, что вылетела. Там даже две. Красная. Красная. Ну, ладно. Честно, не обманывает, красная. Одна! Одна и две красных вылетело. Ага. Кусь. У нас одна пчела вообще непонятно на чем держится, она на стене висит. Синий. Алиса, синий! Она одна! Ну вот, все, сейчас мама продует, смотрите. Будем считать, сколько вывалилось пчел? Мне кажется, это рекордное количество. Раз, два, подожди, три, четыре, у меня пчелка убежала. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И еще на полу, да? Вон, 12-я ушуршала. 12 и плюс еще 3, которые у меня было. 15 пчел. Я думаю, что ты мой рекорд не побьешь, ну на. Все, сейчас мама продует. Как всегда, он мне в игры не везет. Я с тобой больше не играю. Ну, твоя пчела, забирай ее. Вот, посмотрите, ребята, они висят сверху, и, в принципе, от того, что мы вытащим две палочки, ничего не изменится, да? Да. Как бы, можно сказать, игра закончилась, и Алиска что? Победила! Не везет маме в играх с Алисой. Всем пока! И подписывайтесь на наш канал!